Прикол, когда кто-то, блядь, говорит, нужны мамочки, блядь, 40 лет, ну 50 лет, что для клипа, блядь. Ни единого слова не понял, Руслан. Перевод есть? Пизду, сейчас включу. Вот, другое дело. Нихуя непонятно, блять. Это что-то. Это перевод хуёвый или, блять, он реально вот эту хуйню читает. А я обожаю стейк в платье Сен-Лоран. Мы идем на рейв. Да? Никола какой-то, блядь. А чё, похож Никола реально, ему имя идёт. Пропал папа, блядь. Бля, папа пропал. Сука. Блядь, а где Руслан? Реально папа пропал, блядь, без шуток. Это нормальная отсылка, кстати. Иронично, блядь, да. Бля, я думал, хотя бы тут слова будут, блядь, выписаны. Эти туда ко мне, как у ребенка Bluetooth, блядь, класс. Да, прикольно. Мне понравилась, кстати, работа, довольно нехуйная. Чё за херня, где реклама фонбет, блядь?